Здравствуйте, меня зовут Никита Кондратов, и это программа «Дайте жалобную книгу». Сегодня мы поговорим о неприятном соседстве жителей улицы Гвардейской и расскажем о бродячих собаках, заполонивших улицы городов и сел республики. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Так Михаил Юрьевич Лермонтов описал крупнейшее сражение Отечественной войны. Сегодня, в мирное время, жители столицы цитируют великого русского писателя, рассказывая не о военных событиях, а о соседях. Рядом с жилыми домами расположена милицейская конюшня. 30 лошадей здесь нашли крышу над головой, заботу и уход. Но жильцы ближайших пятиэтажек утверждают, такое соседство недопустимо. О вражде людей с благородными и грациозными братьями меньшими расскажет наш корреспондент. Как известно, Тирасполь богат спальными районами. Закрытые дворики защищают от шумных дорог и помогают горожанам как следует отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Так, 29-й дом по улице Гвардейской, а с ним за компанию еще три соседних пятиэтажки, на первый взгляд расположены в тихом районе. Но, по словам местных жителей, покой им только снится. Да и то не каждую ночь. Я вам сейчас задам им вопрос, вы мне скажете ответ. Сегодня у вас в 4 часа ночи под уклоном залаяли собаки. Мне 74 года. Я проснулся и хожу по комнате. Ну и что дальше? Жильцы уверяют, все дело в беспокойных соседях. Позади их дома расположена военная часть. На ее территории есть питомник для собак и конюшня. Она-то и стала главным раздражителем для местных жителей. Даже несмотря на то, что лошади гораздо спокойнее овчарок. В жаркую погоду, во-первых, открываешь эти окна, дышать невозможно. И мы вынуждены вот это вот в такие жаркие дни закрывать и задыхаться. Вот. Запах невозможный. Пропитывается даже белье, которое висит, сушится. Оно все пропитано вот этим запахом. Конечно, неприятно. Неужели нельзя убрать? Вот смотрите, поле какое большое. От дома до бетонного забора, за которым начинается территория конюшни, 13 метров. Еще через 100 метров расположены боксы, в них содержатся сами лошади. Жители соседних домов уверены, причина невыносимого запаха – в несвоевременном вывозе навоза. Сказали, что заключен договор с спецавтохозяйством на вывоз этого навоза. Навоз вывозится раз в месяц, может быть, два раза в месяц вывозится. Это очень редко. Тренировки проводят, пыль страшенная. По санитарным нормам, в какой республике, в каком городе можно поставить конюшню посреди города, возле жилых домов? Нигде этого нет. В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии отмечают, местонахождение конюшен по этому адресу с ведомством никто не согласовывал. По словам санитарных врачей, когда-то в этих боксах располагалась танковая бригада российской 14-й армии. Позже тяжелая артиллерия покинула территорию части. Тогда по распоряжению бывшего руководства республики ангары отдали под конюшню для конной милиции. Более детальным изучением проблемы специалисты санэпиднадзора занялись после обращения жителей ближайших домов к президенту республики с просьбой избавить их от неприятных соседей. Выдано санитарное предписание по устранению выявленных нарушений. Несвоевременный вывоз навоза с территории вот этой конюшни, отсутствие договора на вывоз навоза со спецавтохозяйства нашего, значит, в отдельных конюшне отсутствовала приточно-вытяжная вентиляция, которая также является как бы санитарным нарушением. И, значит, у них вот полигон для выгула и для тренировок вот этих лошадей имеет такое песочное покрытие. И в результате, значит, когда проводятся тренировки, значит, пыль поднимается, которая, естественно, загрязняет атмосферный воздух и отрицательно влияет на состояние ближайших домов, стоящих домов. Вот эти нарушения, значит, было выдано санитарное предписание. Требование предписания выполнено было в полном объеме. Санитарные врачи повторно обследовали конюшню в октябре прошлого года. С тех пор все отходы отсюда вывозят регулярно, каждую неделю. Навоз мы вывозим регулярно. У нас заключен договор со спецавтохозяйством. И мы вывозим каждую пятницу, либо когда нам нужно, по мере надобности. Если бывает еще среди недели, там как-то у нас уборка происходит в конюшне дополнительно, то мы вывозим этот навоз. Ну, раз в неделю он стабильно вывозится. Что касается пыли, поднимающейся из-под лошадиных копыт прямо к окнам соседних домов,
Этот недостаток в конюшне стараются свести к минимуму. По словам Инны Пастернак, одновременно на манеж выходит не больше 4 коней. Так все по одной, или 2 жеребца тяжеловоза гуляют вместе. Остальные все гуляют по одной лошади. Действительно была пыль. Для этого провели воду. У нас есть здесь 4 точки. И теперь этот манеж будет регулярно поливаться. То есть это будет удобство как и для жителей этого дома, так, конечно, и для нас, и для лошадей, потому что не будет такой пыли, в которой мы все задыхались, конечно. Также на территории конюшни есть зеленая зона, куда лошадям вход запрещен. Газон шириной в 30 метров нужен для того, чтобы обезопасить живущих неподалеку людей от посторонних запахов, звуков и пыли. Между тем, жители 29-го дома уверены, у соседства с лошадьми есть еще один, более серьезный недостаток. Так, вот здесь вот у нас стоит мышеловка, постоянно стоит. Конечно, почему? Потому что у нас там проходят трубы по стояку, они лезут через стояки по трубам, даже на 5-й этаж. Мыши. Жильцы вспоминают, раньше нашествию грызунов подвергались квартиры 1-го этажа. Со временем их стали замечать практически везде. Лично в моей квартире на 5-м этаже. Несколько штук 5, наверное, поймали мышей с мышеловкой. Это ужас. Ну, за какое? За месяц. Даже меньше, чем месяц. Мухи летом. Вонь. И эти крысы, мыши полно в домах. Это сейчас даже на 4-й этаж поднимается мышь. Представляете? Были. Травила недавно. В борьбе с мышами самое верное средство – мышеловка, говорят жильцы. Специальные отравы и приманки со своей задачей тоже справлялись. Но у верных средств борьбы с грызунами один недостаток. Отравленные носители инфекции часто забиваются под деревянный пол. Они же пропадают и под полом. Из-под пола запах уже идет. И мы, значит, решили мышеловками. Раз такое дело, ну что делать? Но мы уже привыкли, так научили, что каждый день выкидываем по мыши и все. Как бы не даем им плодиться, понимаете? А соседка у нас, ну, сваха она нам является, та, видимо, сильно мышей боится. Мыша выскочила, она упала, сердечный приступ. Вызвали скорую помощь туда-сюда, она, кажется, так сильно боится мышей. Мы-то не очень боимся. Зато в самой конюшне, как нас заверили, никакого нашествия грызунов нет и никогда не было. Никогда не было полчищ мышей, с мухами проблем не было. С мухами, ну, у нас еще, у нас тоже есть как бы ветврач, и проводится еще обработка. Вот мы травим, допустим, обрабатываем денеки от комаров больше, потому что как бы лошадей кусают комары, а мух у нас как таковых нет. Потому что у нас регулярно происходит уборка денеков, и у нас подстилка, и у нас поэтому чисто, и поэтому нет мух. И правда, мухи и мыши водятся там, где грязно, подтвердили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. К тому же виновники антисанитарии далеко не жители конюшни. Если еще не соблюдается, конечно, подвалы содержатся не в антисанитарном состоянии, не засечены вот эти отдушины в подвалах, есть свободный доступ к ним, туда, конечно, они мигрируют. В одном доме потравили, в другом они перешли к другому дому. А мухи, значит, да, во-первых, борьба с мухами. Если нет мусора, если вовремя вывозится навоз, то нет условий для размножения мух. Поэтому вот само заключение договора своевременно вывоза навоза уже как бы не лишает возможности размножения мух. Чтобы, наконец, избавиться от нашествия мышей, санитарные врачи рекомендуют жильцам 29-го дома заключить договор на проведение мероприятий по уничтожению грызунов. Такое соглашение оформляется на год, в течение которого горожане в любой момент могут вызвать на дом специализированную бригаду. Кстати, Аброн-Днестр, на территории которой расположена конюшня, такой договор заключил еще в 2013 году. Устранив проблему грызунов, проблема соседства с лошадьми остается нерешенной. Хоть конюшни расположены в 115 метрах от 29-го дома при допустимой санитарной норме 100 метров, эти цифры жителей не спасают. Нам пожелание, чтобы убрали эту... Мы раньше боролись за это, чтобы убрали, когда только начиналась эта конюшня. Так никто ничего не хотел делать. На полигоне построите конюшню и там делайте, что хотите. Все. Там много места. На полигоне. Через линию перейти и все, там море место, а не людей под хатой. Мы хотим, чтобы перенесли этот весь ипподром туда на полигон. Там столько места, там есть и боксы, там что угодно. Там немножко подработать надо. Тут я не знаю, тут тех, вот эти военнослужащие,
ах, ах, эти барабаны стучат, все прочее. Ну ладно, мы с этим миримся, но с лошадями никак, у нас не получается. Дружбы у нас не будет. Специалисты отмечают, строительство конюшни на новом месте пока невозможно. Это достаточно затратный проект, но в планы не входит и увеличение лошадиного поголовья. Более того, в следующем году запланирована реорганизация специализированной патрульно-постовой службы. Предположительно, часть лошадей из Оброн-Днестр переведут в другие конюшни. Возможно, тогда жители соседних пятиэтажек, наконец, вздохнут с облегчением. Четвертого марта в селе Фрунзе произошел запланированный отстрел бродячих собак. Причиной массового уничтожения животных – угроза безопасности жителей, утверждают представители администрации села. В результате отстрела убили 14 собак. Среди них оказались и домашние питомцы. Один из жителей, Владимир Додонов, потерял мохнатого друга. Неподвижное тело любимого пса он нашел в нескольких километрах от родного дома на местном полигоне. Владимир не единственный, кто в день отстрела потерял четвероногого члена семьи. Почему вместе с бродячими собаками пострадали домашние породистые питомцы, расскажет наш корреспондент. Село Фрунзе. Пустые дороги, тихие переулки. Нет ни шума, ни потока машин. Ощущение, что время будто остановилось на мгновение. И только лай собак нарушает это безмолвие. Здесь, как в любом селе, здоровый сон, имущество и безопасность жителей под охраной четвероногих друзей. Для многих собака не просто надежный сторож, это верный друг и член семьи. Весело виляя хвостом, пес с радостью встречает хозяина после работы. Он всегда готов выслушать своего покровителя, не задавая лишних вопросов. Несколько лет назад Владимир Додонов построил большой просторный вольер в своем дворе. Собачьи хоромы мужчина соорудил для четвероногих друзей – Шлёцика и Хатти. Первый уже 8 лет лает на прохожих, охраняет двор от незваных гостей и с радостным повизгиванием встречает хозяев. 2 года назад сторожевому псу пришлось разделить свою будку с Лайкой Хатти. Все, что можно было ей давать, все давал. Яйца сырые постоянно, и каждый день одно яйцо она сама выпивала. Я ей ставлю одно яичко, она сама разбивает, выпивает, и все, шкурки потом убираю. Конфетки она сама разматывает, даешь конфетку, она сама размотает, скушает тоже. Ну, интересно, то на руки прыгает, радуется, когда, ну, она как бы была безобидная собачка. Владимир рассказывает о своей любимице в прошедшем времени. Уже несколько недель Шлёсик снова единственный домашний питомец. 4 марта мужчина последний раз накормил Хатти, погладил ее. Это был последний день, когда хозяин видел собаку живой. Сосед пришел и спросил, где твоя собака? Я говорю, не знаю, где-то гуляет, наверное. Он говорит, ее убили. Я говорю, как убили? Не может быть. Да, говорит, вот ее, говорит, жена видела, что через окно, что... Так и так ее грузили в этот в Волгу. Владимир Додонов рассказывает, тогда не поверил соседу и ждал, что вот-вот снова услышит во дворе знакомый лай Хатти. Но с наступлением темноты любимица так и не вернулась домой. А на следующий день мужчина нашел ее мертвой на свалке в нескольких километрах от села. Я там нашел в этой куче собак убитых, нашел свою собаку. Вместе с Хатти в общей куче мусора похоронили еще несколько собак. Среди убитых бездомных животных неподвижно лежали и породистые. Например, алабай – среднеазиатская овчарка. Как выяснилось позже, 4 марта в селе Фрунзе проводили запланированный отстрел бездомных собак. Подобные мероприятия необходимы, так как бродячие четвероногие представляют опасность для жителей села, отмечают в местной администрации. Я знаю этих животных. Прекрасно, потому что я проживаю здесь в центре, неоднократно встречаюсь с этой сворой собак. Также жалобы поступают от учителей, от жителей. У нас 7 двухэтажек, здесь в центре садик, школа, и здесь очень много детей. В садик ходят дети, в школу. Поэтому родители жалуются, что не могут отправить детей, особенно малышей, по 5-6 лет в садик. Тут недалеко, казалось бы. Можно было бы отправить самого. Не могут отправить, потому что боятся собак. С
просьбой избавить сельчан от нападок бродячих собак руководство села обратилось в спецавтохозяйство. 4 марта охотники выехали по заявке в село Фрунзе. В марте месяце 2014 года администрация села Фрунзе Слободейского района обратилась в адрес МУП спецавтохозяйства город Тирасполь с просьбой осуществить услугу, платную услугу по контролю за бездомными животными. Они проводили отстрел. Был наш участковый полномочный, присутствовал мой заместитель по линии ЖКХ Бондаренко Виктор Александрович, шофер уже, естественно. И они ездили в этом районе. Главное, только в центре здесь. Они прямо на машине плотную подъезжали, прямо с окна, пневмопистолетом, со шприцом, стреляли в этих собак. Она бежит метров 20-30, падает. Они подбирали сразу труп и в багажник. Ни одной собаки я не видел, чтобы она была с ошейником. Попали под выстрелы 14 собак, среди них и питомец Владимира Додонова. Хатти заигралась в толпе бездомных животных и невольно получила смертельную дозу медицинского препарата. В качестве усыпляющего вещества охотники используют дитилин. Город Тирасполь стреляет курароподобным препаратом дитилином. Они стреляют точно так же на улицах города в присутствии людей. Это видят и дети. И животное умирает в полном сознании от удушья. После попадания иглы в тело животное может, конечно, проявить какую-то либо агрессию, либо заскулить, там, загавкать. Да, в течение какого-то, там, может быть, нескольких минут, потому что, конечно, игла, попадая в нее, предоставляет ей определенные неудобства. Происходит определенный, да, стресс у животного, и, конечно, оно может показать себя по-разному. Но это в течение 5-7 минут. Впоследствии наступает усыпление безболезненное. На мой взгляд, дитилин, поскольку он абсолютно не отвечает тем требованиям, которые и целям, и задачам, которые стоят перед этими учреждениями. В селе Фрунзе бездомных собак отстреливали по одной причине. Они могли в любой момент наброситься на людей. Но после усыпления тело животного также представляет опасность. Это источник инфекций и серьезных болезней, утверждают ветеринары. Тела убитых собак охотники утилизировали по своему усмотрению. Попросту выбросили на общую свалку, расположенную недалеко от дачных поселков, рассказывают жители. По их словам, мертвые животные в одной куче мусора с бытовыми отходами – грубое нарушение санитарных норм. На вопрос, почему сотрудники спецавтохозяйства решили проблему утилизацию таким способом, у представителей местных властей и специалистов свой ответ и своя правда. Я не присутствовал, потому что, согласно договору, мы вели оплату за автоуслуги и за умертвление. Мы закончили уже, багажник был полный, я уже и собак не было, там уже было около 12, и они уехали. По окончанию работ на вопрос, что, какие дальнейшие действия, значит, с телами данных животных, значит, заместитель администрации села направил нашего работника на местный полигон, где в последующем были оставлены тела животных. Труп животного – это биологическое существо. Оно имеет свойство разлагаться, а также может повредить окружающей среде и так далее. Поэтому законом предусмотрены специальные методы утилизации. Вот. То есть существуют специальные ямы, вот, куда погружаются эти биологические отходы. Не только в селе Фрунзе, но и по всему Приднестровью в целом охотники спецавтохозяйства периодически проводят отстрел бродячих животных. По словам специалистов, ради безопасности жителей. Бездомные собаки могут быть переносчиками серьезных заболеваний, например, бешенства. Как правило, они нападают на прохожих неожиданно, при этом не разделяя жертв на взрослых и совсем маленьких. Несмотря на то, что в противостоянии диким животным могут пострадать дети, приднестровцы все же считают такое средство борьбы с бездомными четвероногими, как отстрел, мягко говоря, негуманным. Отстрелы это животных, это, конечно, никогда не было цивилизовано. На протяжении многих лет идет отстрел у нас, и в Молдове также, и в Приднестровье животных. Это, конечно, недопустимо.
общественность, мы все общественники общества защиты животных, ведем активную с этим борьбу как бы. Но этого, конечно, недостаточно, все равно происходит отстрел. Если собаку Владимира Додонова усыпили смертельной дозой медицинского препарата, то на улицах Бендер животных убивали из огнестрельного оружия, рассказывают горожане. Когда стреляли животных, этой девочке, конечно, помогли ветеринары. Мы ее раненую привезли, лапку ей пришлось ампутировать, потому что полностью была раздроблена. Во второй лапке тоже были дробины, потому что стреляют из огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие, которое применяется для отстрела в населенных пунктах, да, в частности город Бендеры, как уже было сказано, полностью противоречит действующему законодательству, поскольку четко прописано в законе, что применение огнестрельного оружия в населенных пунктах запрещено, кроме случаев, когда имеется явная, четкая, конкретная опасность для жизни и здоровья населения. Защитники животных предлагают перенять опыт европейских стран. В этих государствах уже давно используют метод, альтернативный отстрелу, стерилизуют животных. Есть определенные денежные средства, заложенные в бюджете на это направление. Значит, данная сумма денег, она, будем так говорить, на сегодняшний день максимально правильно расходуется. Почему? Потому что этих денег мало для того, чтобы стерилизовать всех животных. Да? То есть даже если это будем делать поэтапно. Пока проблема бездомных собак остается открытой. Единственный приют для животных не может вместить всех четвероногих. На стерилизацию попросту нет денег. Отстрел производят с нарушениями санитарных норм и основополагающих принципов гуманизма. Чтобы уберечь любимых питомцев, хозяевам остается лишь заботиться о своих лохматых друзьях и не забывать про ошейник. Ведь даже простой ободок на шее собаки порой может спасти ей жизнь. На сегодня это все. Мы надеемся, что наша программа помогла тем, кто к нам обратился. Сейчас на ваших экранах вы видите электронный адрес нашей программы и телефон редакции. Если вы попадете в непростую ситуацию, столкнетесь с безразличием и откровенным нарушением ваших прав, не молчите, требуйте жалобную книгу. Всего вам доброго!